Салам алейкум, брат. Алейкум салам. Как дела? Да, пойдет. Алхамдулилля. Хорошо. Что нового? Да так, пока, потихоньку. Работаю, двигаюсь. У тебя как? Все хорошо, спасибо. Хвала Всевышнему. Семья, работа, дом. Как обычно все, в принципе. Знаешь, Ильза, у меня жена такая неопрятная, неаккуратная. Я ей все время про это говорю, но с каждым годом становится все хуже и хуже. А знаешь, брат, моя умница и замечательная хозяюшка. И с каждым днем становится все лучше и лучше. И, кстати, я тоже ей об этом постоянно говорю. Это пример, который показал нам пророк. Самый лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своей семье, к своей жене. А лучше всего к своей семье отношусь я. Ну так скажите же приятное слово своим женам. Скажите, когда заходите и выходите из дома.